семьи Шубиных ведет начало с 1998 года. Любовь с первого взгляда. Так сегодня супруги Анны и Андрей описывают свое знакомство. Было то в селе Богдашкино Цельнинского района. Юный Андрей тогда занимался гиревым спортом и отличался статной фигурой, чем и приковал к себе внимание Анны. По традициям тех времен, случай познакомиться представился на дискотеке. Первый танец закружил двух влюбленных, а его музыка звучит в сердцах пары спустя десятилетия. Пригласила Андрея на танец и поинтересовалась во время танца: «Андрей, а не достанется ли мне местных девчонок за то, что я вот приглашаю такого видного парня?» Видимо, ему это очень польстило. Но и с тех пор он ходит очарованный моей влюбленностью. Через полтора года Андрей уверился, рядом та самая девушка, которой без сомнений можно отдать сердце и душу. Отношения прошли проверку временем и расстоянием. Сейчас Анна улыбается. Век цифровых технологий, сложно представить жизнь без телефонов. А тогда двое влюбленных, чтобы облегчить тяготы разлуки, писали друг другу письма. Предложение руки и сердца официально подтвердило серьезные намерения. А статус жениха и невесты сменился мужем и женой. Фамилию менять не пришлось. Анна с рождения Шубина. Эта интересная деталь отразилась и на старшем поколении. Потом выяснилось, что и мама Андрея, будучи Шубиной, вышла замуж за Шубина. То есть наше древо, практически древо семьи, полностью вот уходит в Шубиных и теперь продолжается. Хочется отметить, у моего отца две дочери. И он как-то сожалел, что у него нет сына и не останется продолжение фамилии. Теперь у него 4 внука, которые Шубины, как и он. И я думаю, ему это очень приятно. Повод для радости действительно есть. 4 сыночка и лапочка-дочка. Как в добром мультфильме. Первым родился Николай. Окруженный заботой и вниманием близких, он вырос целеустремленным. Сейчас Коле 22 года. Когда появилась сестренка Софья, старший брат стал примером. Родители с малых лет видели творческие способности девочки, тяга к художественному искусству и музыке. Анна и Андрей с улыбкой называют Софью звездочкой семьи. Сейчас ей 16. На кухне помогает больше морально, а все же душа творческая, не терпит рутины. А вот создать атмосферу гармонии у единственной дочки получается само собой. Нам нелегко бывает, будем честны, но мы всегда решим все проблемы вместе. Мы построим друг за друга, будем рядом. Аккомпанирует Федор. Он третий ребенок в семье и, как рассказывают родители, отличается добротой и эмпатией к друзьям и близким. Добрая душа, так мама ласково называет Федю дома, не терпит несправедливости и злости. При этом, как и папа, любит спорт. А еще помогает с домашними хлопотами, успевает заботиться о младших братьях и находить время для товарищей. Занимается также спортом, на карате ходит, ну, успевает. Ну, много успевает помогать нам с детьми еще. Очень нам помогает. Так оказалось, что как бы он сам третий ребенок, но он оказался старшим для двоих братишек, поэтому он мне очень помогает с мальчиками. Я удивляюсь его невероятной доброте и заботе. Они с Соней на улице нашли прошлым маем котенка, уговорили нас оставить, и Федор предпринял все возможное и даже больше, чтобы приучить ее к туалету уж. Проделал с ней все прививки, все процедуры, то есть полностью взял эту ответственность на себя. А еще Федор питает любовь к готовке. Все блюда на столе – результат его творений. Как у любого шефа, у Феди есть фирменное блюдо. Мы же Шубины, и под шубой всегда, вот когда стол накрываем, всегда на столе. Бабушка помогла, отварила картошку, морковку, свеклу. Я отварил яйца, все это натер на мелкой терке. Мама помогла, нарезала селедку, ну и собрали под шубой. Сейчас подрастает новое поколение помощников – Миша и Сережа. Мальчишки – самые младшие в семье Шубиных. Старшие дети шутят, мол, в детстве родители были к ним гораздо строже, чем к братьям. Больше запретов, больше страхов. Родители соглашаются, смеются. Младшим всегда везет. Все дело в опыте. Воспитывая 5 детей, супруги поняли – важно уметь слышать потребности каждого малыша, уметь прислушиваться к его мнению и даже позволять ребенку
ошибаться. Ведь это научит его быть сильным и не бояться взрослого мира со всеми его несовершенствами. Вообще жизнь научила, знаете, немножко прислушиваться к детям, иметь не только свое мнение, да, не только вот тешить свои страхи, амбиции, да, но в первую очередь прислушиваться к детям. Тем более они уже взрослеют и имеют свою точку зрения, порой даже такую более осознанную, чем наша. Семейной мудрости, слышать своих детей, быть рядом с ними, Анну научила ее мама Зинаида Петровна. Бабушка стала верной опорой и для своих внуков. К семейным праздникам она готовится с особым трепетом. Вот и сегодня пришла к детям не с пустыми руками. Вместе с супругом Анатолием Сергеевичем принесла кученейс, что в переводе с чувашского означает «гостинец». В этих приятных деталях вся семья Шубиных. Верность родовым ценностям и национальным традициям лежит в основе. Супруги читают младшим детям сказки на родном языке, а старших приобщают к культуре. В доме есть книги с особенностями чувашской вышивки. Ее характерные черты, разнообразие узоров, оригинальная расцветка и высокая техника исполнения. При этом каждый орнамент несет определенный смысл. У главы семьи в гардеробе есть сорочка в традиционном стиле, а у хозяйки домашнего очага сорочка. Наряжаться согласно культуре Анна и Андрей любят как и в повседневной жизни, так и на празднике. Самый любимый – майский окатуй, символизирует начало посевных работ. Но с возрастом я вот осознаю и благодарю Бога за то, что наш союз из одной национальности, что нам знакомы, близки и родны одни традиции, одни культурные ориентиры. Недавно вот у Андрея появилась такая рубашка, расшитая национальным орнаментом. У меня тоже очень много украшений. И я люблю их одевать не только на какие-то тематические мероприятия, а вообще и просто вот в обыденной жизни. Как путеводная звезда семью Шубиных ведет и вера в Бога. Именно молитва помогла семье в тяжелые времена справиться с болезнью дочери. Почти 3 года родители и врачи боролись за жизнь Сони. В 2020 году девочка пожаловалась на боль в бедре. Специалисты констатировали страшный диагноз – остеосаркома, рак костей. А дальше операции и сложная реабилитация. Спасло чудо. Софья упала. Однако падение было подобно Божьему промыслу. Из-за перелома ждать операцию не пришлось. Помощь оказали сразу. Обследование показало – рак побежден. Сейчас это просто глава в жизни, а Соня буквально научилась ходить заново. Она признается, вера в Бога живет в сердце каждого домочадца и помогает пережить самые тяжелые удары судьбы. На гербе Шубиных ее символизируют голуби, которые в общей картине напоминают окрыленное сердце. Анна, у вашей семьи даже есть свой собственный герб, и я вижу 4 составляющих. Расскажите про каждую, пожалуйста. Смотрите, Александра, в ходе подготовки к конкурсу, да, действительно, мы создали герб, элементы которого являются символами важными для нашей семьи, для членов нашей семьи. Голуби и крест обозначают нашу любовь к Богу, говорят о том, что мы православная семья и чтим традиции. Конкурс, о котором идет речь, «Семья года». В этом году Шубины стали лучшими среди многодетных семей области. «Щит и меч» говорит о сильной мужской защите. «Пегас» характеризует домочадцев как трудолюбивых людей, при этом не лишенных вдохновения. «Ключ и молоток» – символ ремесел, которыми занимается семья. Родители Анны передали дочери не только семейные ценности, но и любовь к вещам с историей. Папа Анатолий Сергеевич в свое время получил богатое наследство. Вот только его ценность не измерить деньгами. Каждый предмет в доме Шубиных старших своего рода реликвия. Историей и традициями пропитана каждая деталь семейного дома Шубиных. Анатолий Сергеевич и Зинаида Петровна имеют 13 самоваров. Они все до сих пор работают. Вечерами супруги очень любят налить чашечку горячего напитка и провести уютный вечер. Кроме того, есть швейная машина. Она 1881 года и до сих пор в строю. Смотрите, здесь до сих пор заправлены нити, и они, между прочим, тоже старинные. Нам еще дорого это. А муж мой еще хочет, чтобы все было сохранилось, все вспоминали. Кровать, привезенная из Германии, прялка, старинные лампы и первый стационарный телефон. Каждая вещь нашла свое место. Особенно дорог супругам комод, что Шубины-старшие реставрировали всей семьей. На завитках сусальное золото – идея Анны. А вот гладкая и прочная поверхность – дело крепких мужских рук. Со всеми желаниями, добротой делали сначала мы вдвоем.
Он шкурит, я где подсказываю. Потом грунтовал, красил. Любовь к созданию уюта и реставрации предметов интерьера передалась по наследству. Не зря говорят, дом – визитная карточка его владельцев. Так и в случае Анны и Андрея. Внутреннее убранство полностью подчеркивает изысканный вкус супругов. Фундамент заложил глава семьи, а хозяйка взяла на себя обустройство быта. Благодаря этому она нашла дело по душе. Сейчас у нее своя студия дизайна. Предпринимательская деятельность начинается с 16 года. В то время я, будучи мамой троих детей, прекрасно понимала, что я не самый завидный и не самый желанный сотрудник. Трудно трудоустроиться с маленькими детьми. И я приняла решение заниматься дизайнерской деятельностью. Во всем помогает супруг, однако официально разделить ведение бизнеса пока не решается. Андрей посвятил себя другой стезе, хоть и близкой по направлению производству и установке окон. Шубины смеются, что, трудясь на одной работе, боятся надоесть друг другу. А так риск минимальный. Это подтверждает крепкий брак. В июне этого года Анна и Андрей отметят 24-ю годовщину со дня свадьбы. Перед глазами всегда был пример родителей. Анатолий Сергеевич и Зинаида Петровна идут в одном направлении вот уже 45 лет. Мы решили сравнить, в чем секрет искренней и крепкой любви сразу в нескольких поколениях. Это очень сильная любовь друг к другу. Друг без друга не можем. Он же сказал, если нет, то я уже пишу. Без проблем-то тоже не бывает, конечно. Но стараемся. Любим друг друга, держимся друг за друга. Очень-очень-очень важно уделять время друг другу. Несмотря на то, что у нас много детей, мы всегда найдем возможность побыть вдвоем. Находить время друг для друга, слышать своего избранника и не страшиться невзгод. Простые истины, которые прошли не одно поколение семьи Шубиных. Представление о чистой и искренней любви Анна и Андрей передают и своим детям. Счастливые мама и папа в будущем станут примером для создания сразу 5 новых семей. И уже в их судьбе ценности и традиции будут передаваться дальше.